Да, ну, немножко продергай. Рука вот здесь, на рукаве. Пойдем зон. Тинкан на 90 и выводим партнера еще раз. Теперь. Раз, два. Раз, два. Может быть, можно и на 180. Но лучше на 90, чтобы вы не поломались. Значит, вниз. Освобождение. Теперь больше вот сюда движение. Вторая рука принимает. Колено к колену. Смотри, можно переходить. Дальше мы переводим его вниз в эту позицию. Тинкан. Завершение. Давайте так, не будем вытаскивать. Кайтен. Учи кайтен ноге, а не когда чего. Смотрите, вход, пинкан и разворачиваемся на эту ногу. И затягивание партнера происходит шагом вверх. И дальше вход. Цель. Можно, конечно, сразу. Раз, два, ура. Ну, там, дай бог, сумотез справится. Тенка, кайтен, хоп, вот. Низ переходи. Раз.
зов. И рука идет к плечу, как обычно на приеме. Это только аккуратно здесь, не вточите в пяточную. Эта рука еще двигается сюда, а это уже идет на плечо. Немножко не, это не делайте так. Раз, два. Потому что раз, два. Коки ноги. Смотрите, вот то, что мы делали, вот это, сюда убраться, да? И то, что мы делали сейчас. Сейчас средняя форма. Кушина. Мы также убираем вот здесь локоть вверх и заводим бедра. И вот здесь. А, захват там уже делает, да? Захват там уже будет другие плоские. Куртку можно захватить для уверенности. Но вообще она входит вот сюда. Вот. Не вырезай. Не буду. Позапрошу. Я тоже сам боюсь, я не отпустил. Стал страховать. Это тоже не вырезать? Это не вырезать. Раз, два, бедро по ходу и подняли партнеру и хватит.